Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим тему балкона огородного хозяйства. Вот у нас петунии, которые я посеял месяц назад. Они очень густо посеяны, и их пора рассаживать. Рассаживать я их буду в коробочке из-под мороженого. Я делаю как? Пол коробочки. Вот она. Я засыпаю простого грунта и пол коробочки добавлю покупного грунта. Все это смешаю и буду высаживать сюда. Вот мы теперь добавили, чтобы знать, что у нас будет горшочек полный. И высыпаем все вместе и хорошенечко перемешиваем. Почему я перемешиваю? Ну, мне не нравится покупной грунт. Он какой-то как бы, ну, постный, что ли. А разбавил с этой земелькой, с простой. Он вышел во дворе, накопал. Ничего страшного, что там червячок какой-то, жучок будет. Все равно будете поливать удобрением, они повыздохнут. И пойдут на дополнительное удобрение. А так, если один покупной, я говорю, он у меня плохо лично в нем растет. Только перемешал все, и цветы пошли, и все пошло. Хорошенько, чтобы комочков не было, все передавливаем, перетираем. Так, все, хорошенько перемешали. Теперь заполняем нашу посудину опять. Так, теперь делаем разметочку. Я хочу, чтобы у нас густо, ну, красиво они росли. Значит, будем садить, я буду садить 12 штучек. Вот делаю фломастером такие дырочки, отверстия. И сюда будем садить наши корешки. Может, там что не выживет. А вообще они красиво, когда их много. Тогда просто красиво смотреть на них. Так, вот сделали, сколько у нас? 12 отверстий, правильно? Теперь отсюда будем потихоньку прорежать самые такие мощненькие, доставать и пересаживать. Так, вот у меня есть какая-то железочка, такой ножичек. Не, и будем вытягивать. Более-менее аккуратненько постараемся. Что у нас тут получается? Хорошенько полить надо перед тем, как будем доставать с вами из горшочка. Там маленький. Вот он, корешочек. Вот. И вставляем его теперь в ямочку, которую мы с вами сделали. Вот так пальчиками придавливаем. Вот, есть. Идем за следующим крупненьким. Вот это тут мне нравится. Это намного дешевле получается, чем вы будете покупать. Экономия, конечно, капитальная. Люди делают на этом денежку. И так потихонечку, потихонечку высаживаем все наши 12 цветочков. Почему я еще выбираю землю? Я добавляю земельку такую обыкновенную в грунт, в покупной. Да потому что покупной грунт, он фактически не держит влагу. Ты фактически только полил и все. А через час уже земля сухая. А эта водичка со двора, чьи водичка, земелька со двора, она будет долго держать влагу в цветочках. Так, аккуратненько. Наша задача, главное, не повредить вот этот вот корешок, саму корневую систему. А так они оклемаются. Мы их потом удобренницам польем. И будет все у нас отлично.
Так, вот мы их высадили. Теперь обязательно нам нужно их пополивать. Как те, которые мы потревожили, тоже полить. Их что, перед высадкой надо пополивать? Ой, гляньте, неаккуратно как. Их можно воткнуть в землю, я думаю, они оживут. Сейчас водички им добавим. Они оживут, их и так много. Так, теперь пополиваем, пусть они успокоятся. И ждут своей очереди на высадку. А те, что посадили, мы теперь тоже аккуратненько поливаем. И, в принципе, на этом у нас этот этап заканчивается. Все. Теперь хорошенько их полили. И пусть приживаются. Если будете тоже сами делать коробочки такие, то не забудьте обязательно дырочки прокалывать внизу для выхода влаги, чтобы корешки наши не гнили. Ну, попозже я сниму видео, какие они есть. Все, спасибо, до свидания. Ну вот, в принципе, все мы цветочки рассадили, распикировали. Теперь будем ждать, когда они начнут радовать глаз. Жена будет благодарна. Ей очень нравятся цветы, особенно непокупные, когда я их выращиваю. А она любуется.